вот так выглядит 8 апреля, и сегодня мне 22. Я идти на работу еще. Да, поход, конечно, не айт для дня рождения. Ладно, будет собираться. Симба. Да, поход, конечно, не очень для дня рождения, но день рождения, но есть день рождения. И какая бы поход ни была, главное, чтобы все было хорошо. В этот день я желаю мира во всем мире. Пасмурно, заволокло все. Не хватает только снега. Да еще и на работу сегодня идти. На работу еще пилить. Люди тоже ждут на работу. Приятного аппетита. Ништяк. Экспресс метро ем. Счастья, здоровья. Бабла, чтобы ты, блин, вагонетка не домой не таскал. Вагонетка не уснула. Вагонетка. Не бабла, вагонетка. Ну и я тоже женился. Хочу на свет идти. Ну и все. Все. Я еще, я не готов. Да ты не будешь пить, что ты будешь все время готов. Ладно. Поздравляем тебя, Саня, с днем рождения. Скажу. Нет, пизду, скажу только от себя, потому что она опять, блядь, сама. Она там выкручивается, как хочет, блядь. Я вырежу. Ничего не вырезает. Она и зациклит, блядь. Вот. Поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего. Чтобы все твои мечты сбывались. Все то, к чему ты стремишься, блядь, тоже сбывалось. Ты добивался поставленных перед собой цели. Я у кота спрашивал, не хочет. Ты постарел. Скоро к тебе приближается твоя тридцатка. Он уже недалеко. Всего-то 8 лет. Вот. Всего тебе хорошего. Здоровья, чтобы у тебя больше с глазами никакой хуйня не случалось. По больницам, чтобы ты больше не катался. С работы, чтобы у тебя было все заебись. В личной жизни, чтобы у тебя было все заебись. Будь счастлив. Все, happy birthday to you! Танюха, а ты? Я присоединяюсь к словам Вики. Счастье, здоровье, здоровье, счастье. Куда смотреть? На тебя или на него? Вообще похуй. Куда хочешь. Саша, привет тебе. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. Здоровья, счастья. Сохранить свою любовь навсегда. Чтобы котик больше не болел. Чтобы на него больше не тратился. Это не тебе. Вырежешь потом. Это было мне. Слушай, ваше видео, поздравляю меня. Громче говорим, я пока еще нет внешнего микрофона. Говорю, еще и буду на показуху делать. Ага. В смысле, блядь? Если душа не лежит, то вообще нахуй не подниматься, блядь. Ты думаешь, блядь, Путин нахуй ему нравится, блядь, поздравлять тусов. Так же и тут, блядь. Я не думаю, что поздравлять не 140 миллионов, а 7 миллиардов. Слышь, у тебя уже как это, блядь, как жуком у нас постоянно был кодовый, блядь, 0,5, нахуй, пошли по 0,5, блядь, у тебя, блядь, трешка. Я Игорьку говорю, займи сотку, он у меня нет нихуя, я говорю, а сколько есть, он такой полтинник, я говорю, тебе нужен, он, да не особо, я говорю, тогда занимай, блядь, надо, потому что ты кетск, занимай тогда, блядь, хорошо. Чё? Ты опять включил? Кого? Видео, блядь. В смысле, блядь, рассказывай, я всё, что, блядь, я нарезаю. Да, ну храни, чтобы вырезанный момент, если чё, блядь, то, что в YouTube попадает остальное, да, блядь. Видос весит, блядь, его куда мне, блядь? Куда, скажи, блядь? Давай видеопранк снимем, блядь. Какой? Не знаю, блядь. Сбежишь пакет. Ебан, пошла, блядь. Сидишь, блядь. Вот, блядь, не хочешь, правда.
хотел больше подписчиков. Ты просил не кидаться. Хотел лайков больше подписчиков. Ёбну. Он мало один хотел больше подписчиков. С крыши прыгнул, две ноги сломал себе нахуй на видео, блядь. Вот, а это детей убивал, блядь. Хотел больше подписчиков? Нет, он хотел, как чтобы его имя было известно слегка. Как его звали? Прикинь, короче, вы ему употреблять, а я хуй до сих пор знаю, как его зовут, не помню. Он, по-моему, от спартанцев, то есть съебывался в храме, в другом, так убивать нельзя в храме, они замуровали нам в храме. Как его звали? Значит, у него ничего не вышло. Мне нужно установить, еще нужно установить. С кого? От дома. Хуй дома. Мы тут до ЛЛ не хватало. Что пить? Вести до оргазма. Довести до оргазма. А что, он встречается? Что ты, блядь, камер стал бояться, что ли, блядь? Он встречается, как у тёлка. Я рад. Помнишь, у него была какая-то тёлка? У меня была одна Зинка, другая Машка. Серьёзно? В зуме, блядь. О, блядь! Пиздит, нахуй, пиздит стал, блядь, круче, короче, пацан. Незнакомка, блядь, отлёживал две руки и хуярил. Две руки отлежал, блядь, всю ночь потом хуярил, блядь. Знаком, это он просто пиздит стал по-другому, раньше у него одна была, теперь пиздит, у меня две, блядь. Он поедет в конце месяца на операцию. Да я знаю, кастрация что-то такое. Оскопить, говорит, меня нахуй, что-то. Оскопление, блядь. Осквернить, блядь. Чтобы он не смог осквернить, его надо оскопить, нахуй.